Так. Радость сейчас доставлю. Радость вам несу. Да. Нать. Еще немножко дать. У курта есть. Она мелкая травка, но все равно они ее не очень едят. Тут и грубые есть у них уже такие элементы. Спасайся, кто может. Так, комбикорм у вас пока есть. Я вам потом на утро подсыплю. И эти плошки уберу на цыплятник. Вот эту плошку и вот эту плошку. А с зерном оставляю. Петухов вот этих можно уже убирать. Мы их не будем оставлять на подращивание, потому что деть их некуда. В собачью будку мне не хочется. А здесь им стало тесно вот в этом ночевать. Хотелось бы рябенького оставить, петушка, но где факт, что они клеваться не будут? Он тот вот спокойный, он меня не клюет. Наверное, придется убирать петухов. Белого вот этого, рябенький и вот этот рябенький. Пятнадцать штук у нас сейчас. Конечно, им тесновато. Вот такой желтый лилейник муж из малины выкопал или выдернул. Я говорю, убери ты там его, а там не видно даже, где растут молодые побеги. Хватит нам одного этого. Есть у нас еще в тени, он там толком даже не цветет. Вон он. Вот. Такие дела. Я тут аквилегию заметила. У меня вот эта вот аквилегия махровая. А остальные простые. А она махровая. Интересная. Красивая. Можно ее, конечно, отсадить. Ну, пусть пока. Ну, тут мужу надо косить травище. Он не успевает косить. Он только скосит. И опять травище нарастает. Вот этот вот кустик надо бы тоже отсадить. Перестал он здесь сныть, тут его забивает этот кустик. Не то душится, не то наподобие еще какой-то, даже не знаю, не поняла я. Специю как специю она мне не нужна, а цветет он розовенькими цветами. Так, Вероника везде лезет. Надо, наверное, не всю, а немножко откопать и пересадить. Но тут я, в принципе, все пополола. Более-менее так. Не очень, конечно. Немножко оставила незабудки. И то муж на меня говорит, зачем ты незабудку в ведро попихала? Она семена опять везде раскидает. Ну, он... Сныть еще торчит. Надо еще залезать. Ой. Ой, господи. Так, а ты аквилегия не махровая? Нет, ты не махровая. Одна, интересно, попалась махровая. Там он тоже. Эти аквилегии. Смотрю.
Простые. Ага. Надо будет махровую отделить. Сиренечек, доцветаешь. Вот это совсем уже все зацвела. Вот это простая. А это еще чуть-чуть, но тоже уже сыплется. Осыпается. Попробовать. О, что-то такое. А, птицы зашуршали. Я думала, кто лезет через забор. Попробовать надо мне отгородить. Астр, может, коты не задавят теперь? Надо будет сделать. Как уляжутся, я увижу и снова загорожу. Анабель выбрасывает свои бутоны. Собирается свести. Разрослась огромным кустом. Я все хотела отделить и еще посадить. Думаю, а куда мне два таких? Он второй разрастется и будет тоже такой же огромнейший. Я ее от розы подвязала немножко. Вот один бутон никак еще не расцветет. Я сегодня брызгала опять от ли розы, яблоню, малину, что-то еще. А вот эту картошку вся в дырях, какая-то гадость ест. Я искрой побрызгала.